Гобеленовый зал Центра молодежного творчества стал местом встречи ребят, прибывших в наш город со всей области. 65 представителей в эти дни смогут реализовать возможность получить дополнительные знания в таких направлениях, как навыки эффективного общения для юных лидеров, волонтерство, идея, опыт, возможности для клубов ЮНЕСКО, создание социально значимых инициатив для членов молодежного парламента, реализующих инициативу «Город дружественный детям». Собрались у нас сегодня здесь ребята со всей области и представляют различные молодежные объединения, такие как БРСМ, БелАЮ, ребята, участвующие в волонтерском движении, занимающиеся детским парламентаризмом, работающие по проекту ЮНИСЕФ «Город дружественный детям». У нас 4 города работают по этому проекту, и 4 еще после этой зимней академии, надеюсь, присоединятся, которые организовали у себя парламенты. Брест, Баранович и Пинск и Пружаны уже работают по проекту «Город дружественный детям». Причем Пинск и Пружаны с момента основания инициативы. К слову говоря, он включает в себя 21 город по всей Белоруссии. Я надеюсь, что это мероприятие даст мне множество новых знакомств. Я узнаю что-то новое для себя и смогу это потом внедрить в работу нашей академии. У участников зимней академии будет возможность проявить себя по трем направлениям. В ЦМТ работают ресурсный центр под эгидой ЮНИСЕФ и центр адаптации подростков «Найди себя». Две секции пройдут обучение в них. Третья – волонтерская секция. Получит мастер-класс от волонтера из Польши, некоммерческого учреждения «Офис продвижения инициатив». Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».